Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопи Жано Самаюктам Виндаванам Манухарам Ванча Калпатару Ашаке Басинду Бевача Патитананг Павуне Бхавайшнаве Бхю Намо Намаха Мукан Кароти Вачалан Пангун Ланхайтагирим Ятки Патаманг Банде Парамананда Мадава Бриндавай Тулсиде Бхуй Пиявай Кесвасача Шна Бхакти Паде Деви Шатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунча Ива Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудира Шанкиртане Кришна Кату Падеша Гаурия Патрашва Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагодварна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Хитаттихам Панутапалла Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарна Арабиндам Ят Пада Паллава Накачанда Мани Чатай Биспуриджи Тагимапи Габаваду Свадарс Пурнану Рагра Сасагра Сара Мурти Сарадика Майкада Бхакарус Сри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Йотакшу Вишамбару Дижавару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаванурупе Насада Нарана Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманунго Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхажавишанатам Вагиша Джоша Вадане Лакшмир Джоша Чавакшаси Джасастихиде Самбир Памнишинга Махамбхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Калун Раджан Джагатам Парам Гурум
Kaloon Rajan Jagatam Param Gurum Tilokonatha Natapad Pankajam Praena Marta Bhagavantam Achyutam Jakshanti Pasanda Vibhinna Chetasa Kaloon Rajan Jagatam Param Gurum Tilokunatha Natupadupankajam Praena Marta Bhagavantam Achyutam Jakshanti Pasanda Vibhinna Chetasa Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru сказал. Those who are devoid of anugatha, they are just like beast. Люди без анугати подобны животному. Подобны зверям. То такого нет. Тот, кто не находится в анугати, все равно, что животное, и даже хуже. Потому что живое существо не может контролировать свои органы чувств. Обусловленное живое существо. Без помощи чистого преданного не может контролировать свои органы чувств. Это возможно лишь по милости преданного. Но как узнать, кто находится в анугати, кто предался на 100%, а кто нет? Шрила Прабхупад говорит, что существует множество признаков, по которым можно понять, кто является анугати, а кто нет. Прежде всего, надо понять, что тот, кто не предался искренне, делает шоу из Гуру Сева. Если у человека есть какие-то корыстные мотивы, если корыстных мотивов больше нет, то он прекращает служение. Тот, кто склонен на 100% служить Гурупаду Падму, обладает терпением. Без терпения служить невозможно. Если их личные интересы больше не удовлетворяются, они прекращают служить и начинают противостоять Гурудеву. То есть прежде всего они прекращают сотрудничать с ним, прекращают служить ему, потом аппаратхи увеличиваются. То есть самое первое, такой человек прекращает служить своему гуру. Из-за пренебрежения своим гуру аппаратхи накапливаются, и такой человек начинает соперничать со своим гуру. А затем он доходит до того, что начинает бороться с ним, воевать с ним. Такая вот у нас Гуру Сева. Поэтому Прабхупад всегда говорил, что Гуру Сева — это самое главное. Она превыше всего. Гуру Сева, что я делаю?
Прежде всего, необходимо понять, кто есть садгуру. И предаться нужно именно подлинному гуру, тому, кто может наделить вас стопроцентным благом. В таком случае, говорит Прабхупад, Сиддханта Вичар нужно необходимо проверить. Следующее, что необходимо проверить, перенял ли ученик то, что находится в сердце Гурудева. Имеется в виду, следую ли я гуру так, что его качества перешли в мое сердце. И это, в действительности, этот процесс описан в шастрах, что если вы служите какому-то нечестивому человеку, естественным образом его качества передадутся вам. То есть в шастрах сказано, что если вы кому-то служите, качество объекта вашего служения переходит к вам. Поэтому в Чайтанья Чаритамрите и сказано, что все качества Кришны проявляются в его преданных. Конечно, есть определенные качества, которые не могут быть присущи Дживе, такие как творение, возможность творить миры и еще кое-что. Тем не менее, большинство благоприятных, большинство качеств Кришны проявляются в его преданных. Точно так же вы можете проверить меня, являюсь ли я слугой своего Гуру Махараджа. Если это так, то все качества моего гуру Пада Падмы должны быть проявлены во мне. Не может быть так, что Гурудев идет на север, а ученик идет на юг. Однажды один из учеников спросил моего гуру Пада Падмы, «Можно я поеду на запад проповедовать?» Гурудев спросил, «Зачем?» А тот ничего не ответил. Ему нечего было ответить. Если вы действительно хотите проповедовать, почему бы вам не начать с себя? Зачем кому куда-то ехать? Ведь вначале нужно проповедовать себе. Проповедовать себе, когда вы достигнете успеха, вы можете проповедовать тем, кто находится вокруг вас, а когда вы достигнете успеха в этом, вы уже можете ехать куда-то в отдаленные места и проповедовать там. Так качество моего гуру Падмы должны проявиться во мне, никак иначе быть не может, если я действительно по-настоящему служу ему. Но век Кали поразительно то, что никто не хочет совершать настоящий баджан. Если люди и якобы занимаются им, они делают это с лицемерием. Они находятся под влиянием Кали и Майи. Именно поэтому они не стремятся к совершенству в баджане. Даже если они принимают одежды вайшнавов, по-настоящему, в действительности, они не особо интересуются совершенством баджана. До последнего момента вашей жизни Кали
пытается побороть вас, она наблюдает за тем, насколько, сколько у нас любви Гуру Пада Падме. Когда она убедится, что любовь находится на высшем уровне, любовь Гуру и Вайшнавам, это единственное, что нам нужно, наше предание стопроцентно лотосным стопам Садгуру, Кали уже не сможет ничего сделать. Она в этот момент, когда мы обретем такое предание, уже будет побеждена. Именно поэтому я рассказывал, о том, что Шринивасачарья говорит, что до тех пор, пока вы не разовьете несравненную привязанность к Гуру Пада Падме, непревзойденную привязанность к Гуру Пада Падме, Кали не оставит вас, Майя не оставит. Итак, самое главное — это Гуру Сева, Гуру Вайшнава Сева. И в этот век очень много противостояния, потому что век Кали — это век противостояния. Казалось бы, нет причины для ссор, для ругани, для противостояний, но они начинаются. Таков этот век. Но мы должны прибегнуть к лекарству, к харинаму и харикатхе. Если мы будем принимать его, мы спасемся. А если отвергнем, не будет у нас нам спасения. Мы не сможем избавиться от влияния Кали. Там, где звучит харикатха и киртан, Кали безвластна. Так вот, нужно запомнить наставление Шринивас Ачарьи, эти слова. До тех пор, пока у вас не появится сильнейшая любовь Гуру, к лотосным стопам Гуру Пада Падмы, вы можете выучить бесчисленное количество шастр, изучить Веду, Веданту, но Кришна Бхакти не будет доступна вам. Любви Кришне вам не обрести. Поэтому Прабхупад очень часто говорил, что нужно стать гуру-дева-татмой, что означает, необходимо сделать свое сердце единым сердцем Гурупада Падмы, привести их в полную, привести свое сердце в полную гармонию с сердцем Гурупада Падмы, так, чтобы желания Гурупада Падмы стали моими желаниями, чтобы его сиддханта стала моей сиддхантой. И так, если даже вы будете находиться за 10 километров от своего духовного учителя, как, например, это было в случае Шрилы Бона Госвами Махараджи, Госвами Махараджи, когда Прабхупад отправил их на проповедь, и они были в странах Европы, а Прабхупад находился здесь. Тем не менее, их сердца были едины с Прабхупадой. Прабхупад давал вдохновение, о чем им говорить. То есть признак чистого преданного заключается в том, что он говорит, то, что он говорит, исходит из сердца. И именно Гурудев посылает вдохновение. Дождь милости. Льется на нас.
Преданный задает вопрос, в шастрах сказано, что в Дхаме всюду прасад. Тут и саду крипа, и харикатха крипа. То есть столько милости вокруг, и она как дождь льется на нас. Так почему же мы не можем никак продвинуться в своей духовной практике? На это Гуру Падма отвечал. Да, дождь милости, то есть милость повсюду, она может, дождь милости может литься на нас, но для того, чтобы принять ее, необходима емкость. Необходимо что-то, куда я налью эту милость. И к тому же эта емкость не должна быть дрявой. Если горшок, куда вливается милость Гуру, имеет дыру в себе, вся милость будет выходить из него. И что же подразумевается под такой дырой? Это ваша слабость, ваши анартхи и апаратхи. То есть, возможно, у вас и есть эта емкость, куда вы собираете милость Гуру, но если она дрявая, то милость уходит. Однажды ко мне пришел один преданный и сказал: «Я лишился всего, я пуст». Я поразился и сказал: «Почему? Ты тысячи харикатхи прослушал, значит, ты сейчас ответственен за свою слабость, ты ответственен за свою опустошенность, потому что не может быть такого. После того, как ты услышал столько харикатхи, получил столько милости от своего гуру, Прабхупад говорит, что услышав харикатху, много-много харикатхи, услышав кальяна калпатару, услышав столько сокровенных вещей, потом оставлять баджан, возможно, я не квалифицирован, размышлял Прабхупад. То есть он говорил о ком-то из своих учеников, которые оставили преданное служение. Люди называли его личным спутником Прабхупады. Он познал столько сокровенных истин, а потом ушел. И Прабхупад говорил: возможно, во мне какой-то есть недостаток. Причина во мне. И Прабхупад объяснил в связи с этим, что за дживой остается право пасть. Джива может совершить апаратху и в любой момент пасть. Также она может возвыситься, а может пасть. Именно поэтому мы должны быть крайне осторожны. В нас должно преобладать настроение смирения. Нужно смиренно быть настолько, что если кто-то когда-то даст мне подзатыльник, я, сложа руки, не буду ему отвечать тем же. Я со смирением приму эти подзатыльники. Итак, мы должны быть очень внимательны к тому, к апаратхам. Мы, да, совершаем какой-то баджан, но если в процессе мы апаратхи совершаем, получается так, что мы сделали шаг вперед и из-за апаратха отодвигаемся назад. То есть постоянное падение, подъемы и падения, подъемы и падения. Я рассказывала вам о
экзамене, который... То есть, если вы даете правильный ответ, вы продвигаетесь вперед, а если неправильный, то вы отнимаете 2 балла. После того, как вы завершили ответ на вопросы, допустим, у вас было 50, допустим, вы ответили на 50 вопросов правильно, а на 50 вопросов нет. То есть получается, что мы из правильных ответов вычитаем неправильное, получается, что мы на нуле. И таково положение всех преданных. Мы, казалось бы, и совершаем какой-то прогресс, но наши неудачи, наши ошибки перечеркивают его и возвращают в первоначальную точку. Если вы совершаете апаратху, вы уходите на нулевой уровень, да даже не нулевой, а минусовой, уходите в минус. Ноль — это не так плохо, еще как какая-то возможность на развитие есть, но минус — это плохо. Для них, для тех, кто в минусе, сложно совершать уже харибаджан. Помните, вчера я рассказывал о Прабхадананда Сарасвати, о том, как возможно, что как возможно, что Прабхадананда Сарасвати и Пракашананда Сарасвати — это одна и та же личность. Так или иначе, ачарьи стараются изо всех сил доказать, что это так, но я доказываю, что это не так. Есть много документов, исторический подтекст. В читании Бхагавата и в читании Чаритамриты сказано, что до того, как Махапрабху принял саньясу, он сказал: один негодяй в Варанаси обучает якобы Веданте, но тем самым он разрубает меня на куски. Он То есть эти слова относились к Пракашананде. То есть он дает такие комментарии на Веданту, такие майвадские комментарии, что ими он разрубает мое трансцендентное тело на части. Я сделал так, чтобы его поразила проказа. Он заболел проказой, тем не менее он ничего не понял. То есть Махапрабху говорил об этом еще, когда он был в город Хаме, еще до принятия саньясы. И через долгое время он принял саньясу. И затем отправился в Нилачала-кшетру. А затем предпринял свое первое паломничество в Южную Индию. Это заняло примерно как минимум 2 года. Там он встретился с Рай Раманандой. Затем с Венката Батой. В Шри Рангане. So,
На протяжении 4 месяцев, целых 4 месяца, Верховный Господь жил в доме Венката Бхатты. В шастре сказано, что даже секунды даршана Господа достаточно, чтобы обрести бхакти. Если хотя бы на секунду вы бы взглянули на Гаурангу, вы обрели бы бхакти. А тут речь идет о 4 месяцах. Представляете, то есть за секунду Махапрабху изменял сердца животных, подобных мне. А тут он 4 месяца провел со своими преданными. Так как это возможно, что, находясь 4 месяца с Махапрабху, они не изменили бы свое умонастроение? То есть они поклонялись Нараяне, но после встречи с Махапрабху они изменились. Прежде они понимали поклонение лишь Лакшми Нарайне. И никак не могли выйти за рамки поклонения ему. Но в поклонении Кришне раса бесконечна. То есть там столько расы, что нет границ. Так как это возможно, что Прокашананда Сарасвати Пад, Венката Бхатта, Гопала Бхатта не изменили бы свое умонастроение? У них постоянно проходили Иштагоштхи, и, конечно же, Махапрабху изменил их сердца. Они захотели поклоняться Кришне вместо Лакшми Нарайне. Как я уже говорил, Прокашананда Сарасвати Пад был уникален. Даже на райских планетах не сыскать такой личности, как он. Я сейчас не рассказываю какие-то небылицы. Даже в раю не могли написать то, что написал он. Он писал настолько возвышенные вещи, что если кто-то просто вверх тормашками книгу читал, раса уже текла на него. Он писал настолько возвышенные вещи, что любую строку, прочитая вы любую строку, хотя бы одну строку, вы начали бы танцевать, прыгать от счастья. Писал он так, как будто бы сама Шримати Радхарани или кто-то из ее сакхи снизошли сюда и написали. Вот эта шлока относится к тому, что писал Прокашананда Сарасвати Пад. Прабхадананда Сарасвати Пад. Такой ритм, кто мог так написать? Так, как будто бы он сам был очевидцем лил, которые совершали Радха Говинда. Как будто он сам сидел в рощах Вриндавана, наблюдал за тем, что они делали, а потом записывал.
Поэтому совершенно естественно, что Чайтанья Махапрабху изменил сердце Венката Бхатты, Прабхадананда Сарасвати Пада. То есть изначально Прабхадананда Сарасвати Пад был саньяси из Шри Сампрадая. Прабхадананда — это имя саньяси. Когда он, Махапрабху, ушел из их дома, они просто были в таком отчаянии, что потеряли сознание. Когда 4 месяца прошло, Махапрабху вышел из их дома, они просто лишились сознания, упали и горько рыдали. Прабху ушел, мы как слепые остались без него. Прежде чем уйти, Махапрабху сказал, пока Гопала Бхатта не подрастет, пусть он остается здесь, как только он станет более зрелым, отправьте его во Вриндаван. Когда, как только Махапрабху ушел, Прабхадананда Сарасвати Пад решил пойти за ним. И он пошел во Вриндаван и до последних своих дней жил в Камване, совершая там баджан на берегу Вимала Кунди. И там он написал эти замечательные вещи, о которых я говорил. То есть, прежде всего, я хочу разрешить вот этот вопрос. Одна и та же личность они или нет? Когда Махапрабху принял саньясу, он посетил Южную Индию, а потом вернулся в Пури, и спустя долгое время он решил пойти во Вриндаван. А преданные долго не позволяли ему сделать это, потому что они не могли жить без Махапрабху, поэтому они всячески хитрили, говорили ему, сейчас слишком холодно, подожди, зима закончится, пойдешь. А потом, о, сейчас фестиваль красок, ты останься, а потом пойдешь. А сейчас слишком жарко, тем более Радхаятра скоро, ты же не можешь ее пропустить. И так они откладывали уход Махапрабху, но в конце концов он ушел, он пошел во Вриндаван. Первая попытка пойти во Вриндаван, нельзя сказать, что она была полностью провальна. То есть он дошел до Рамкели и там встретился с Рупой Санатаной, освободил их там. Но мы не можем сказать, что какое-то из предприятий Махапрабху было провальным. Нет, он просто из смирения говорит, что я хотел пойти во Вриндаван, но я Гададхару сделал больно, поэтому я не смог дойти до Вриндавана. Это он так говорит из-за своего смирения, что я хотел пойти, но из-за того, что я расстроил Гададхара, у меня ничего не получилось. Но на самом деле, конечно же, то есть как только Махапрабху захотел твердо этого, он ушел. Одним ранним утром он ушел, он пошел, он был готов идти. То есть как он был готов идти? У него не было никаких багажей, не так, как у нас. Куча чемоданов. Нет, все, что было Махапрабху с собой, это лота. И мало. Все, что четкие, все, что у него было с собой. Так он вышел и пошел. Преданные стали искать, где он, когда проснулись. И они увидели следы Махапрабху, что он ушел через лес. Потому что если бы он пошел по главной дороге, то преданные наверняка догнали бы его и вернули назад. Поэтому Махапрабху разумно пошел через лес. Через лес, который был полон диких животных, львов,
тигров. Он шел без всякого страха, потому что в сердце змеи, в сердце льва, в сердце тигра находится Махапрабху. Махапрабху вездесущ, он присутствует всюду, находится повсюду. Когда Махапрабху дошел до Варанаси, он встретился с Чандрашекарачарьей и Тапана Мишрой. Это великие преданные спутники Махапрабху. Там они служили ему. Во сне прежде они увидели, что идет, Махапрабху идет. То есть они проснулись с четким пониманием, что Махапрабху близко. И Тапан Мишра сел и стал ждать Махапрабху. Они специально вышли из города и ждали на подходе, когда придет Махапрабху. И действительно, он пришел, они встретили его. Там, в Варанаси, один браман хотел пригласить Махапрабху на какое-то большое мероприятие, которое он организовывал. Браман был очень расстроен тем, что когда он начинал рассказывать другим Майваде о Гауранге, о том, как прекрасен Махапрабху, они говорили ему: не ходи к нему, он обманщик, танцевать, петь и танцевать — это не то, что должен делать саньяси, будь осторожен, не ходи к нему, он наверняка занимается черной магией. И Пракашинанда Сарасвати это говорил. И сам Сарвабхаум Бхаттачарья говорили эти Майваде, в ад отправиться из-за того, что он с ним пообщался. И мы знаем прекрасно этого Чайтанью. И вот этот браман рассказывал им, те говорили такие нехорошие вещи. И этот браман пришел к Махапрабху и с горечью стал говорить, что я хотел рассказать ему о твоей славе, а они даже твоего имени целиком не говорят, они просто называют тебя Чайтанья, не Шри Кришна Чайтанья, а просто Чайтанья. А Махапрабху сказал: майвади — оскорбители. Они совершают оскорбление лотосным стопам Кришны. Именно поэтому они не могут даже произнести его имя, Шри Кришна. Поэтому они называют меня Чайтанья. И этот самый браман пригласил Махапрабху и сказал: конечно, я знаю, ты никогда не посещаешь никаких больших собраний, но если по своей милости ты примешь мое приглашение, я созвал всех саньяси. И тогда Махапрабху понял, что это особая возможность проповеди Майвади. Он подумал, что это замечательная возможность, чтобы изменить сердца этих майвади. Как раз они соберутся все в одном месте. И Махапрабху согласился. Когда он зашел в это собрание вайшнавов, простите, в саньяси, все они сидели с экадандами, с майвадскими, как майвадские саньяси. Махапрабху омыл свои стопы и сел. Сел куда-то, где-то в стороне, и все стали говорить ему: зачем вы сидите здесь, в грязном месте? И Махапрабху сказал: да я и есть грязный человек, то есть вот это мое место. Но там присутствовал вот этот самый Пракашананда. Он был учителем 10 тысяч учеников.
И как раз он сказал Махапрабху, что зачем ты тут сидишь, это так грязно. Он взял его за руку и повел в какое-то более подходящее для Махапрабху место. И тогда он начал говорить, Прикшнана Сарасвати начал говорить: «О, ты похож на Нарайну». Так удивительно, как так, такой удивительный облик. Ты же саньяси, значит, сампрадая, мы майвади, и ты майвади. Ведь у Махапрабху была экаданда саньяса, то есть они приняли Махапрабху как своего. Они подумали, это саньяси наш. То есть, ты майвади, мы майвади. Так почему ты к нам не приходишь? Мы поговорили о Веданте, обсуждали Веданту. Зачем ты ходишь повсюду, танцуешь, поешь? Махапрабху начал говорить с большим смирением. Всегда Махапрабху делал так, потому что тем самым он, то есть он пытался донести до своего собеседника, что он не прав, очень мягким способом, чтобы он сам понял, чтобы не сделать, не причинить большую боль ему. Этому тысячи примеров, когда Махапрабху так себя вел. Например, в случае с Сарвабхаумом Бхаттачарьей, он сам осознал, что сам ощутил, что Махапрабху меня победил, что я поражен, а не так, чтобы Махапрабху какой-то огромный позор для него устроил. Итак, Махапрабху сказал: «На самом деле я глупец, я не образован. Мой гуру Падма сказал мне: ты глупец из глупцов, у тебя нет права изучать Веданту. Единственное, что как я могу помочь тебе, дам тебе мантру. Ты ее повторяй, и на этом все». Просто совершай киртан, это единственное, на что ты способен. Услышав это, Прикшнананда Сарасвати был поражен, правда. И после этого майвади начали что-то рассказывать Махапрабху о имперсональном брамане. Устанавливать имперсонализм, а Махапрабху побеждал их теории. И так одну за другой их майвадские теории были побеждены Махапрабху. И они осознали, что мы потерпели поражение. И в заключение Прикшнананда сказал: «Все, что ты говоришь, та сиддханта, которую ты излагаешь, верна. Тем не менее, мы из Шанкара Сампрадая, из Сампрадая Шанкара Ачарья». И, то есть, с одной стороны, он был побежден. То есть он, в конце концов, сам Прикшнананда и все его 10 тысяч учеников стали танцевать вместе с Махапрабху. Такое чудо совершил Махапрабху. За очень короткий промежуток времени он изменил сердца тысячи майвади. Есть одно место под названием Бинду Мадава. Там все майвади танцуют под киртаны, как делал это читание Махапрабху. Так вот, я к тому это все говорю, что если Прабхадананда, вот этот самый Прикшнананда, есть Прабхадананда Сарасвати, Прабхадананда Сарасвати уже был вайшнавским саньяси. Все, что он... То есть он и был уже вайшнавским саньяси. Единственное, что он изменил вкус, то есть благодаря общению с Махапрабху, он
получил вкус к расе. И поэтому он пошел во Враж совершать баджан. А Пракашинанда был в Майваде, майвадским саньяси. И даже по времени не сходится, что это была одна и та же личность. По времени событий. То есть как возможно, что великий Вайшнав, он уже был в Шри Сампрадае, что он пришел в Варанаси, чтобы получить там саньясу в майвадской линии. То есть, ну, это невозможно, это нелогично. И значительно позже Махапрабху пошел в этот свое путешествие до Вриндавана. То есть, кто такие майяди саньяси? Это очень грязные люди, у них нет никакого вкуса ни к чему. Какой там вкус? Там голая философия. Так вот, Пракашинанда Сарасвати, это как надо было сойти с ума, чтобы он пришел к майваде и получил у них их майвадскую саньясу, когда он уже был значительно выше их. Ни исторические факты, ни сиддханта никак не доказывает, что это одна и та же личность. Полностью противоречит. То есть мы заключаем, что это... Я уже написал много доказательств тому, что это не одна личность. Книга... Я написал статью, книгу, и она на бенгале. Когда-нибудь мы переведем на английский. Так, Прабхананда Сарасвати Пад из Шри-Рангана пошел во Вриндаван и там занимался баджаном. А Гопал Бхатта Госвами учился у Прабхананда Сарасвати. Он, в конце концов, подрос и пошел во Вриндаван. Получил дикшу у Прабхананда Сарасвати. Он, потом он жил порой с Гурудевом, порой во Вриндаване с Рупой и Санатной Госвами. Санатна Госвами жил в там, где сейчас находится храм Мадмохана, а Рупа Госвами в Теркадамбе. То есть они постоянно встречались, обсуждали лилы Кришны. Где, в каких святых местах проходили. И Гопал Бхатта Госвами все время хотел быть Санатной Госвами. Санатна Госвами обладала такой любовью к нему, такими глубокие отношения у них были, что не могли они разойтись, все время были вместе. Иногда Санатна Госвами ходил к Гопала Бхатте, иногда Гопал Бхатта к нему. Сейчас я хочу рассказать о том, как был найден Радхараман. Это большая история. Я расскажу лишь о важных моментах. Итак,
Гопалбата Госвами. То есть совершал баджан на Рада Раман Гере, вот там, где сейчас находится Рада Раман. Вы заходите сейчас в храм внутри, то есть как-то внутри вот этого места. Храм был построен позже. А вот где сейчас вход в храм Рада Раман, самый вход, самые ворота, вот как раз там и совершал баджан Гопалабата, и как раз там проявился Радха Раман. То есть там, получается, два входа в храм Радха Рамана, и через него проходят только те, кто знают о нем. Чуть-чуть он как-то в стороне находится. Именно там совершал Гопалабата Госвами, он поклонялся шалограммам. Из Гандаки он собрал шалограммы и поклонялся им. Много у него их было, не было божеств. У него не было ни храма, ничего бы то ни было. Еще он был абсолютно нишкинченый. На ночь он закрывал шалограммы, перевернутые корзиной, потому что у него ничего, кроме корзины, не было. Денег не было. Просто переворачивал корзину, накрывал ей. 10-12 шалограмм у него было. И так я рядышком ложился спать. А утром он проводил им арати, поклонялся Туласи. Однажды один богатый человек хотел сделать пожертвования, различные наряды, украшения божествам Вриндавана. Как раз в то время постепенно находили, открывали новые и новые божества. Рада Рама, то есть Говиндаджи, Гопинатх. Это все долгие истории, но постепенно они проявлялись. Затем нашли банки Бихари, Харидас Такур его нашел. Завтра об этом расскажу. Так вот, этот богатый человек хотел пожертвовать божествам короны, украшения, дорогие одежды. А Гопалабата Госвами подумал: к сожалению, у меня нет божеств, поэтому мне не на кого одевать украшения, некого наряжать. То есть не нарядить шалограмм в корону, в одежды. С таким настроением он лег спать. То есть ему было обидно, то есть больно от того, что он не может украсить, одеть, нарядить своих шалограмм. Когда утром Гопалабата проснулся, принял омовение, для арати начал, он поднял корзину, он увидел, что там проявлен Рада Раман. Он поразился, а где шалограмм? На месте шалограммов находился Радха Раман. Ни одного шалограмма не осталось, стояло божество. Он был настолько поражен, хотел, Рада Раман был настолько сладостен, что он хотел обнять и зацеловать его. Вот здесь у нас повсюду божества, изображение Радха Рамана. Он стал обнимать, рыдать. А потом он понял, что на спине Радха Рамана есть след от шалограмма. Который говорил о том, что это божество проявилось из шалограмма. Шалограммы объединились и образовали собой Радха Рамана. И по сей день,
если вы будете удачливы, вам панды, может быть, покажут, хотя они этого не делают, покажут спину Радхарамана, вы увидите, что там отпечаток шалограмма, который доказывает, что происхождение, что Радхараман произошел от шалограмм. И по всему Вриндавану распространилась эта новость. Рупа Санатана узнали об этом и с утра побежали к нему. Стали поздравлять Гопалабхату, обнимать. Ты так удачлив, так удачлив. Радхараман настолько сладостен, был настолько сладостен, что каждый, кто смотрел на него, хотел обнять его, заключить в свои объятия. Кто-то считает Гопалабхату Госвами Гуна Манджари. Так или иначе, он вечный спутник Рада Говиндаджа и вечный спутник Гауранги Махапрабху. Таково преимущество гаудия преданных. Если преданный достигает успеха в гаудия баджане, он обретает место и во Вриндавана лиле, и в Гоура лиле. Таково преимущество преданных гаудия вашнавизма. И во Вриндаване вечное место у них есть, и в Гаурадхаме. Так проявился Радхараман. Думаю, что это был месяц Вайшакха. Впоследствии построили большой храм для Радхарамана. И с тех пор поклонение Радхараману производится на лучшем, совершается на лучшем уровне. Госвами служит ему, проводят различные фестивали Радхарамана. Сейчас у меня, к сожалению, нет времени их посещать, но время от времени там проводят замечательные праздники. На месяц Вайшакха богатые люди устраивают фестиваль цветов. Там цветы на лакхи рупиев закупают, все ими украшают. И если вы увидите Радхарамана вот в эти дни, вы уже никогда не вернетесь в свои страны, вы сойдете с ума. Обезумите. Я не мог сдвинуться с места, когда смотрел на него. Я сидел в храме Радхарамана часами. Я повторял харинам, смотрел на него. Преданные пели замечательные киртаны там. Я слушал. Я очень люблю киртаны, люблю баджаны. Я сидел, слушал часы напролет. Радхараман уникален. Если вы получите даршан Радхарамана во Вриндаване, я думаю, что это величайшая ваша удача, величайшее благо, и вы никогда не забудете его. Вы, когда домой поедете, в свои страны возвращаться будете, повезите с собой изображение Радхарамана и других божеств Говинды Гопинатхи, и каждый день смотрите на них. Утром просыпаетесь и смотрите на них, на их, в их божественные лица. Еще нужно рассказать о том, как Шринивас Ачарья получил дикшу от Гопалабхата Госвами. Затем мы поговорим о том, как был открыт Банки Бихари. Завтра мы будем говорить об этом. Сегодня время уже вышло, на этом я должен остановиться.
Ячан-ти-пасанна-вивинна-чета-са. Ватча-карпа-дурсаке-пасанда-бхаджа. Патитана-павана-бхаджа.